каждого матча. Итак, составы команд. Мексика. В воротах Освальдо Санчес. Об этом я еще обязательно скажу. И на ваших экранах судейская бригада. 17-й Зе Каланга. 20-й Локо. И 23-й, ну, скажем так, тренер. Воспитанник собственной тренерской Анголы. Ну, на высоком уровне. Только лишь вот одна проблема была, да? Да, но мы помним матч сборной Украины и сборной Испании. И сразу же атака мексиканцев. Вы посмотрите, Тамар Браво вперед пошел. Человек, как же все-таки скорее, как вы думаете, мексиканцы будут играть? 5-3-2 или 3-5-2? Ну, это будет зависеть от того, обороняется команда или атакует. Если команда атакует, значит, команда играет в три защитника и два крайних. Вот, как посмотрите, как он... Левый защитник пробил очень здорово правой ногой. Закручивал мяч. Разбегается Пардо. Удар по воротам опасно, но точно в руки. Жао Рикардо. Мне показалось, что Жао Рикардо еще... Маркес. Ну, пора бы действительно дать человеку попробовать. Ну, слишком небольшой разбег у восьмого номера. Поэтому, видите, Маркес как здорово штангу пробил. Попадает. После небольшого рикошета Рафаэль Маркес низом. Нам показывают сразу же капитана мексиканцев. На него все внимание. Но мяч так мне показал, штангу попал с внешней как бы стороны. Ну, вы знаете, как плохо сыграла в этом эпизоде Стенка. Фигерето вступает в борьбу. Эту борьбу проигрывает. Но тут Зе Каланга поддержал своего партнера. И ангольцы очень неплохо сейчас мяч у себя оставили. Фигерейду. Удар по воротам. И удар очень неплохой. Да, не опасный, но, по крайней мере, прицельный. Да, хороший удар, хотя, может быть, можно было рискнуть, продолжить атаку на правом фланге, но закручиваем мяч в сторону ворот. Нет. Нет. Мендонса. Последовал удар. Удар. Очень неплохой удар в ближний угол, внешней стороной стопы. С этим ударом, если бы мяч... На самом деле, не так опасно, как нам отсюда показалось. Где-то метрах в двух. Мяч в центре поля. Вот, посмотрите, как только мексиканцы играют в одно касание, сразу появляется острота. Зинья ударил поворот. Здесь подача, навес, удар. Первый опасный момент. Действительно очень опасно. На АВД-арена, где футболисты сборной Мексики проводят сейчас атаку. Франко замешкался. Франко сейчас голову опустил. Да, ввел мяч с... опущенной головой, и поэтому не видел хорошо открывающегося на левом фланге Пинеду. Грал Маркес, во-первых, подключился. Во-вторых, вы посмотрите, он видел, что навес не пройдет. И резаную передачу выполнил штрафную. Там Лока. Лока и Мендонса. Лока пошел вперед. Хорошая сейчас передача. Может быть, что-то получится у футболистов сборной Анголы. Да, совсем-совсем неплохо. Удар дали и поворотом. По-моему, первый удар в створ, кстати. Он... Нам это показал в первом тайме. С правого фланга сейчас навес. И опасно могло быть. Нет, сейчас Жао Рикардо хорошо все сделал. Здесь матч хотел. Знаете, сейчас намертво он зафиксировал мяч в правой руке сначала. Быструю передачу на Арильяно. У Арильяно не получится пас, но момент возник из ничего. Браво, удар! Повезло сейчас Браво. И много играть. Навес во вратарскую. Аж навес. Сейчас и Санчес до мяча не допрыг. Маркес. Что такое игрок? И получает эту карточку Андре. Она у него вторая. Крас за 11 минут до конца встречи. Ну, выстоит, не выстоит. Вы вот Тринидад и Тобаго вспоминали. Но... Ангольцам 12 минут. Ангольцы. И сразу же вперед отправляется Торадо. Торадо с мячом. Идет передачу Маркес справа. Нет, мексиканцы по-другому решают играть. И хороший пас, удар! Классная передача. Это Фонсека был, 17 номер. Передача с левого фланга. Нет, на этот раз Жао Рикардо не ошибся. Ну его побыстрее надо вводить мяч в игру. Желтая карточка у него есть. Все,
Все, свисток звучит, и сборная Анголы выстояла. Все-таки завоевать первое очко, хотя же сборная Мексики как ни старалась, но преодолеть сопротивление ангольцев так и не смогла. Мало того, пару раз были не моменты, но атаки у команды Анголы. Сборная Мексики сыграла в ничью. Теперь после двух игр футболисты сборной Мексики...